В американском штате Калифорния разбился одномоторный самолет. В результате крушения погибли два человека. Это помощник шерифа полиции и гражданский пилот. Сообщается, что двухместный самолет врезался в гору в округе Туларе после того, как помог наземным службам задержать преступника. На данный момент информации о том, что стало причиной трагедии, нет. Ведется расследование.